Гостям и жителям Сочи запретят вести фото и видеосъемку на пунктах досмотра при въезде в Абхазию. Росграница готовит изменения в правила пропуска через государственную границу России. Согласно им, пешеходы и автолюбители не смогут больше пользоваться смартфонами и видеорегистраторами. Главная цель, которую преследуют ведомства, это защита от разглашения секретов охраны госграниц. За подобные нарушения физическим лицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Каким образом будет проходить проверка на нелегальную съемку, на данный момент неизвестно.